Минздрав запустит единую базу вакцинированных от коронавируса. В ней будут содержаться паспортные данные, гражданство и номер телефона, а также вся информация о прививках, от даты до названия препарата. К ней подключат все поликлиники. После синхронизируют сведения с приложением «Путешествую без COVID-19». В школах начались выпускные экзамены. Девятиклассникам предстоит написать диктанты по русскому и белорусскому, плюс контрольную по математике. Учащиеся 11-х сдают на выбор изложение по одному из государственных языков, английский, историю Беларуси и математику. В Беларуси ввели новые цены на отопление, подогрев воды, газ и электричество. Кроме того, отменено разделение на так называемые летние и зимние тарифы для тех, у кого дома стоят газовые котлы. Нововведение позволит потребителям не отслеживать даты начала окончания отопительного периода. Адвокаты проводят бесплатные консультации ко Дню защиты детей. Акция направлена на многодетных, а также семьи, которые воспитывают инвалидов. Задать интересующие вопросы специалистам можно 1 июня до 6 вечера. В стране установлен запрет на ловлю сома. В большинстве регионов ограничения будут действовать до 1 июля. Если рыба все-таки попалась на крючок, ее нужно отпустить. Штраф до 1600 рублей. Возможно, также конфискация спиннингов. Если ущерб превысит 3200 рублей, встанет вопрос о возбуждении уголовного дела.